страх, вынужден выписать вам штраф из-за истекшего срока техосмотра. Сумма минимальная – 450 леев. Если заплатите в течение 3 дней, то и того меньше – 225 леев. У нарушительницы были свои объяснения по поводу случившегося. Не обратила внимания на документы. Нарушение не такое серьезное. Нужно просто пройти техосмотр. Это один день. Сделаем на месте. За первые 2 часа спецоперации проверили 40 водителей. Все нарушители получили протоколы. На месте дежурили и мобильные центры полиции, где можно было проверить, есть ли у водителей нарушения, зафиксированные камерами наблюдения за дорожным движением. Я начинающий водитель. Конечно, бывают ошибки, но я стараюсь не нарушать и ездить по правилам. Я стараюсь не нарушать, но всякое бывает на дороге. Все мы люди. Бывает. А я никогда не нарушаю. Просто денег нет платить штрафы, поэтому и не нарушаю. Нет, конечно. Не нарушаем. Если будем нарушать, отберут права. Я с 80-х не употребляю алкоголь. Посчитайте сами, сколько это лет. Было одно нарушение. Я не обратил внимания на дорожный знак, но это была моя ошибка, признаю. Может, спешил и просто не увидел. Но у нас многие нарушают. Вот этого не понимаю. Как будто водители друг друга насолить пытаются, все куда-то спешат, всем что-то мешает на дороге. Чаще всего дорожные инспекторы фиксируют нарушение скоростного режима, несоблюдение дорожной разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора. В последнее время все больше нарушителей пытаются переложить ответственность на других, на друга, который был за рулем, а второй переложит еще на кого-то, и так до бесконечности. Георгий Спына отметил, что статистика нарушений правил дорожного движения улучшается. Все больше водителей соблюдают ПДД и не создают опасных ситуаций на дороге. Светлана Турку, Николай Васильев, Акчент ТВ.